Синоптики Примгидромета предупреждают о возможном значительном ухудшении погодных условий в Приморском крае в период с 7 по 9 сентября. Предполагается, что в это время на погоду региона будет оказывать влияние тайфун Лин-Лин. Предположительно, в конце рабочей недели вихрь достигнет юга Восточно-Китайского моря и в выходные дни может выйти на акваторию Японского моря. На большей территории края вероятны сильные и очень сильные дожди с общим количеством осадков до 120 мм. Это почти 100% месячной нормы. Дожди вызовут подъемы уровня воды на большинстве рек до 2 метров. На малых водотоках южной половины края возможны резкие подъемы уровня воды до 3,5 метров. Существует угроза подтопления участков дорог, сельхозугодий и хозяйственных объектов. При значительной интенсивности осадков не исключены подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, размывы участков дорог. Траектория движения тайфуна может измениться. При поступлении новых данных и информации о дальнейшем продвижении шторма это все будет уточняться. Обновленную информацию приморские синоптики обещают озвучить в пятницу, 6 сентября.